Специальным бортом из сектора Газа эвакуировали казахстанцев и членов их семей. Самолет с 99 пассажирами приземлился в Алматы, сообщают Министерство иностранных дел. Прибывших обеспечили временным жильем и оказали необходимую правовую, медицинскую помощь. По итогам переговоров с руководством внешнеполитических ведомств Ближневосточного региона МИДу Казахстана удалось достичь договоренности о безопасном выезде наших граждан из анклава. Отмечу, Казахстан. Казахстанские дипломаты продолжают работу по организации эвакуации и оказанию помощи гражданам Казахстана, оставшимся в зоне конфликта.